Республиканское книжное издательство выпустило книгу «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В Чувашском академическом драмтеатре прошла презентация научно-популярного издания. Подробности узнаем у наших коллег. Татьяна, добрый вечер. Расскажи о книге и презентации. Добрый вечер. Книга поистине уникальна. В ней используются архивные документы и фотографии участников того строительства. Трогательные воспоминания, схемы и карты рубежей. И издание поможет раскрыть неизвестные факты из истории массового трудового подвига жителей республики. Над изданием работал коллектив авторов, доцент ИЧГУ Олег Андреев и Марина Широкова, доцент педуниверситета Евгений Касимов и заместитель директора Государственного исторического архива Федор Козлов. Наша совместная работа, наш коллектив, 4 человека, так скажем, экипаж, как в танке 4 человека. Мы дружно начали прошлым летом в июне, сначала собравшись под общим руководством, тогда руководителем Чувашского книгоиздата Светланой Анатольевной Каликовой. И мы собрались перед отпуском и, собравшись, определились с названием точно. Соответственно, план выработали и соответствующим образом распределили наши задачи, кто какую задачу будет решать. Но при этом, когда проделывали определенную работу, то неизменно собирались или обменивались информацией и, соответственно, подвергали информацию взаимопроверке, так, чтобы выявлять не только стилистические, но, разумеется, прежде всего, фактические недочеты. И какой информации не хватает, так, на что обращать внимание. И таким образом вырабатывали взаимные рекомендации, обменивались, и таким образом от достигнутого рубежа шли дальше. И таким образом мы, собираясь в определенное время, обсудив и решив конкретные задачи, дальше двигались по выполнению нашей работы. И в итоге, по сути, уже в конце 2020 года в значительной степени работа была выполнена. «Подвиг тружеников Чувашии» – наиболее полное на сегодняшний день научное исследование истории строительства в 1941-1942 годах оборонительных рубежей в нашем регионе. Завершилась презентация премьеры спектакля «Счастье горькое». Постановка подготовлена по мотивам рассказов чувашской писательницы Юлии Николаевой и посвящена строителям рубежей. Издание уже поступило в продажу, и, как говорят организаторы, из 1000 экземпляров осталось уже 200. Книга адресована детям и их родителям, и разные поколения смогут вместе приобщиться к истории малой родины и страны в целом. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.